Ростовской. Но непросто, очень непросто. Мне нужно в себе вызвать и воспитать жесткие качества, жесткие черты на этот вечер. Я должна быть другим человеком там, а не самой собой. Сегодня ты весь вечер писал в дневнике. А я не знаю, что ты там писал, и потому я не могу уснуть. Ты не можешь от меня что-либо скрывать. Я всю жизнь была твоим самым близким и верным другом. Я нарожала тебе полон дом детей. Я переписывала твои сочинения бесчетное количество раз. Я не усну, пока я не прочту, что ты вечером писал. Я начинала играть по-настоящему только через какие-то несколько, 10 спектаклей, скажем. Вначале я была всегда во власти режиссерских заданий, во власти страха, что скажут зрители, что напишут. Вот это все присутствовало. А потом я освобождалась от этого и начинала жить своим образом. Когда сделала свое собственное, вот оно, и свои слезы пойдут, и все будет настоящее. Вот это высшая категория актерства, мне кажется. В «Дяде Ване» у меня одна сцена, маленькая, в первом акте. Но она идет в конфликт с сыном, который рождается от долгого наблюдения за его поведением. И вот я каждый раз играю эту сцену маленькую по-новому. И мне это доставляет удовольствие, потому что во мне рождаются новые краски. Сегодня более ласково, более сдержанно, а завтра она будет более вспыльчивая. Вот эти маленькие краски, вот какие-то актерские, вот они приносят радость. Делакруа сказал, что по мере того, как тело ветшает, то вдохновение и разум укрепляются, идут вперед. Проходят годы, смотришь на свою роль, на фотографии, и думаешь, ой, и тут, наверное, пропустила что-то, и тут не додала, а вам дайте сейчас сыграть, вот. Тогда будет все правильно. Я не знаю, до сих пор не знаю, как я играла Раневскую, но что я любила ее, это я могу признаться. Я любила эту женщину, которые воспринимаются по-разному каждому зрителю. Она в чем-то виновата,
Она в чем-то непосредственно наивна. Она добра, безусловно. Она честна. Она справедлива. Сад. Сад мой. Весь-весь белый. Я иду с ним на дно, но я люблю этот камень. И жить без него не могу. Она была самая любимая моя роль. Я ее играла в двух отдельных постановках. Сначала я была введена наскоро, она была незрелая у меня. А вот последняя редакция «Королевы» была моя любимая. Я в ней чувствовала себя счастливой от того, что я с ней очень слилась. Она мне нравилась очень. Она была еще у меня вторая роль. Это в «Золотых кострах» Милочка. Вот пьеса неказистая, такая простая, примитивная. Но у меня была там чудная роль бывшей трамовки, постаревшей, с разбитой жизнью. Ну, такой интересный характер. И я каждый спектакль, я однажды вдруг на 10-м или на может быть, даже на 20-м спектакле вдруг поняла, что после одной сцены мне нельзя сразу встать и нельзя сразу начать играть что-то дальше. Я поняла, что она сидит подавленная, и долго сидит и не может встать, потому что она проживает в эту минуту всю свою жизнь разбитую. В том более я была смелее.
Я похвастаюсь, зритель меня любил и ждал. И я это не сразу поняла, а потом, когда мне приносили бесконечные цветы и писали письма, и трогательно ждали, и все, тогда я стала смелеть. Понимаете, артисту нужна любовь зрителя. Я хочу сказать, что, знаете, Тамбов давал ощущение радости творчества. Весь город в темноте. Окна у всех заклеены, света ни у кого нет, живут с коптилками. А в театре горят прожектора, которые на ночь дает электростанция. В театр люди шли, как за спасением шли. Я несла репертуар. Сыграть Джульетту – это только во сне может присниться. Приехал Михаил Михайлович Морозов смотреть «12-ю ночь Шекспира». Михаил Михайлович Морозов – это бог-шекспировед, бог, который знает Шекспира. Да у нас не было такого больше в жизни знаменитой морозовской семьи, Мика Морозов, которого Серов писал. И вот этот Михаил Михайлович Морозов посмотрел «12-ю ночь» у нас в Тамбове. Был в восторге от спектакля. И говорит, как, эта актриса у вас играет и Джульетту? Покажите мне Ромео и Джульетту, он сказал. В конечном итоге моей любимой стала Шурочка Азарова давным-давно. И я получила 2 или 3 письма от Гладкова. Это был такой праздник для нас. Чтобы в провинции давным-давно прошло 140 спектаклей, это небывалый случай. Знаете, война прислала очень много, во-первых, воинские части стояли под Тамбовом, новые гвардейские дивизии в лесу стояли, проходили формирование, новые части военные. И они все рвались в театр. Театр был всегда заполнен. Это кому сказать, что я играла в Шурочку Азарова 2 раза в день, в воскресенье, 2 спектакля. А иногда и 3 спектакля. Я пришла давным-давно на спектакль, и у меня костюмерша, которая одевала меня, она мне говорит, Танечка, а в театре сидит Зубов из Малого театра. Я так испугалась, я думаю, что, как я буду играть? А потом вышла на сцену, я, кажется, забыла. Приходила там быстрое переодевание, надо гусарку снять, надеть бальное платье, потом опять гусарку. Она мне каждый раз, а я смотрю в щелочку, он улыбается. Это так было смешно. Ну, посмотрели спектакль они. Потом сказали, что мы, значит, так, даем вам дебютный год. Мы вас переводим в Малый театр. А вот здесь я робела. Я робела, потому что строгий художественный совет. Мне давали советы, говорили, учили, как правильно какие-то слова произносить. Какой-то такой был воспитательный, что ли, период. А потом все ко мне очень хорошо стали относиться. И Рыжова меня обожала, их и хвалила меня. И Александра Александровна Яблочкина была очень нежна со мной. Она в ярмарке тщеславия так со мной сблизилась. Шел вот процесс моего как бы освоения, что ли, вот, новой атмосферы, нового партнерства, новой режиссуры, которой я все-таки побаивалась. В 12-й ночи там участвовал Аксенов, играл герцога. Красавец, это, ну, чтец великолепный. Потом там был Зражевский, играл сэра Тоби, великолепнейший артист. Там Грузинский играл Экчика, Лепштейн играл Шута. Орди играла Оливию. Ильинский играл Мальволию. Но спектакль не продержался долго. Его Игорь Владимирович, скоро скончалась жена. И он ушел из театра. 2 года я его не видела никогда. С ним не разговаривала, никогда не было никаких. Ну, через 3 или 4 года, даже
Он встретил меня в Татьянин день почему-то и поздравил меня с Татьяниным днем. Если это называть романом можно, то это 2 года продолжалось. Еще была весна, таял снег. Я попала в дом к человеку, у которого неустроенная жизнь. Живет в пристройке, кухонка такая маленькая, с маленькой комнатушечкой. В кухне плита, которую топит, когда он приезжает. И вот в этой, в кухонке у плиты мы сначала посидели. И он говорит, что ну пойдемте теперь наверх на балкон, потому что день был весенний. Снег еще так лежал, а местами уже травка зеленая была. И мы пошли на... через холодную дачу, нетопленную, по лестнице на 2-й этаж, и вышли на балкон. Потом он предложил, давайте выпьем за знакомство наше немножко. Я, говорит, не пью совсем, но для гостей у меня вино есть всегда в чулане. Ну, налил мне вина и говорит, давайте выпьем молчаливый тост. За что он пил, я не знаю, а я выпила по своей тогдашней наивности, я выпила тост за то, чтобы ему не было со мной скучно. Театр полон, ложи блещут, партеры, кресла, все кипит. В райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит истомно. Она, одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола, то стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Мы с Игорем Владимировичем очень хорошо понимали творчески. У нас были общие любимые темы, любимые мысли творческие. Он, например, был очень привержен такой вещи в театре, как ритмы. И он всегда добивался особых ритмов. Он любил, чтобы в спектакле ритмы менялись. Ритмы замедленные, ритмы восторженные, ритмы. Поэтому я его очень хорошо понимала, он очень хорошо понимал меня. Хотя он был очень строг ко мне на репетициях, строже, чем ко всем остальным. Все это очень грустно. И вспомнились почему-то стихи Фета об осени. С вечера все спится, на дворе темно. Лист сухой валится, ночью ветер злится, да стучит в окно. Я хотела рассказать про Софью Андреевну. У Друцы Софья Андреевна была написана как личность отрицательная. Вот мне хотелось показать Софью Андреевну немножко усталой, немножко задумчивой, немножко скорбящей о том, что муж удаляется от нее внутренне. Была такая сцена, где она могла сказать, что ее жизнь совсем не так проста и легка, и что она хочет оставаться духовно близкой своему Левочке. Поэтому самая любимая была сцена, когда Софья Андреевна сидела напротив своего Левочки, которые мы сидели в профиль к зрительному залу на разных стульях. И Софья Андреевна, замученная его отчуждением, просила его, давай, Левочка, поговорим о Ванечке. Давай поговорим о Ванечке. Ты знаешь, мне кажется, что он родился таким красивым и хорошим. Только потому, что Бог его нам дал на старости лет, когда сами мы стали красивее и духовно богаче, чем были в молодости. Может быть.
Но он отвечает кратко, сухо. Потом удаляется от нее, садится за рояль. Она оставалась на коленях между двумя пустыми стульями одна. Я долго не могла подняться с колен. Если роль злая, жестокая, ей нужно искать, где она добрая. Если роль добрая слишком, нужно искать моменты, когда человек способен рассердиться или стать более резким, потому что одинаковым человек быть не может. Он, жизнь заставляет его быть очень разным. Проходят годы, и ты вспоминаешь свою роль какую-нибудь. От меня не ушли роли, от меня не ушла Луиза, я могу ее сейчас играть. То есть я внешне не могу играть, естественно, а внутренне я ее знаю лучше, чем знала раньше. Актриса должна, придя на сцену, прожить сегодня вечером образ того человека, который должен быть в спектакле. Вот я должна забыть все, что у меня есть личного, что у меня есть физический, допустим, усталость или какая-то. Но я должна прожить сегодня эту жизнь. Я, наверное, потому так люблю дачу. Все эти деревья. Потому что я сибирянка. Я выросла в Архангельске. Я безумно любила окрестность города, леса, деревня такая, кукушка была. И вот там мы проводили целые дни. И вечером возвращались обратно. Опять по шпалам 6 километров. Зимой Двина замерзала, и однажды по замерзшей Двине я одна отправилась туда, в деревню, с санками, чтобы приобрести к Рождеству елку. В те годы Рождество было запрещено. Я так любила Рождество, что я не могла пережить это. И я отправилась за елочкой по железной дороге с салазками, зимой в мороз одна. Я спилила глубокий снег, проваливаясь, маленькую елочку, засунула ее в мешочек, завязала веревочкой, привязала к саночкам и пошла обратно. Когда я сейчас об этом вспоминаю, я думаю, до чего ж была велика моя любовь к природе.